destroy. Всем привет и приятного аппетита! Как вы могли заметить, на канале новое интро, но вчера нам было не до обсуждения этого момента. Выложил, получается, ролик «Экспериментальная рофла катка против стака из проигроков в скобочках ботов». Причем в самом ролике это никак не скрывалось, там у всех приписка типа «боты», в чате пишут, что «боты», донаты залетают, что это «боты». Тем не менее, откуда взялось 2000 дизлайков? При том, что на роликах у меня в среднем всегда по 3000 лайков, здесь тоже есть 3000 лайков, это какие-то 2000 абсолютно новых людей, которые меня смотрят стабильно, скорее всего, и вдруг они решили задизлайкать. Если вы так ярко выражаете свое мнение, то, пожалуйста, не ленитесь ставить лайки в следующий раз, потому что дизы, получается, ставим, а лайки нет. Нехорошо. На этом ролике можете отыграться и показать, что вы все-таки активные и бодрые ребята. По поводу вчерашнего ролика, это был эксперимент, как я, в принципе, там это и озвучил. Мемная катка, запас контента, конечно, есть. Я мог выложить что-то еще, но я действительно подумал, что, типа, это мемная рафляна, почему нет? Старайтесь как-то позитивнее, что ли, проще смотреть на вещи. Такое чувство, что у некоторых создалось впечатление, что мне лишь бы там какие-то просмотры, кликбайты и так далее. Это был настолько очевидный рофл, что я даже не стал его пояснять в начале, да, и только в конце, так сказать, пояснил на всякий уж совсем случай. Я выкладываю контент, потому что я пытаюсь найти что-то, что вам понравится, да, как-то его разбавить, придумать что-то новенькое, чтобы не всегда было одно и то же. Пожалуйста, не гасите этот момент. Если вам не понравилось, пишите комментарии, всегда комментарии читаю. Но дизлайкать, особенно когда раньше вы ничего не лайкали, некрасиво. У вас есть этот ролик, он классный. Поехали. Ай. Давай еще раз. Что, ты на тролле свапнуться хочешь? Да-да-да. Дай, пожалуйста. Хочешь, давай. Давай, предложи просто этот, а то сейчас опять твоем. Нормально на 2 часа отыграешь? Ну, я постараюсь. Закинь свап, пожалуйста. Что-то покупать. Как вообще свап кинуть? Я что-то хуй знаю. Так. Я не могу, у меня анонимный режим. Просто открой менюшку слева и на мой ник и предложить обменяться героями. Я не могу по его нику кликнуть. Чё, на троле четверки поиграешь или фармить хочешь? 30 секунд до начала сражения. Все, я понял, топорик. Ладно, четверка тычется, хоть что-то. Ё-моё, ну наконец-то. Наконец-то. Жесть, невозможно, не дают играть просто. Просто не дают играть. Раз, два, три. Поехали. Не, ну шанс был, что он согласится на тролля четверку, правильно? Шанс был. Надо было попытаться хотя бы. Да я по твоему закупу уже понял, что на третьей ты хуёво играешь. Я буду учиться. Чё тут скажешь на это? А это столько хила, на третьей же вообще не нужен хил. По факту как бы, по факту. Да я просто новенький, как бы, учусь. Новенький, блядь. Ну, пуджа какая-то затаённая злоба или что? Фига интонация там была. Аж захотелось стареньким побыть на той части, а не новеньким. Прям размотал меня это самое. Танго случайно ему спидил, кстати. Так чё там, КП на Фукуджа, ну? Чё, нет что ли, да? Всё, забайтили. Красиво. Красиво. Легчайший байт, так сказать. Запутать можно, давай. Давай-давай. Не откатывается уже всё. Даже прыгать, может, не буду. Ну и пойду до конца. За мной не пойдешь? Стой на месте. Оп. Вот эта комбинация у нас однако нарисовалась. Кто же знал? Кто же знал? Так, ну чё там? У Фури забавный билд с Фрути на первом уровне. Братишка, оставь меня, оставь фраг, оставь фраг.
Парень явно как бы тестирует что-то новое. А чё, мы не отпинаем? Ну, пока у меня КД, конечно, бласта, но всё-таки. Линия под нас идет. Походу, надо здесь какая-то, конечно, вы чё-то думали, дров не будет, неудобно фармить. Тут задроды нереальнейшие. Делай шатвон. Пинаем терморфа. Ну-ка, иди сюда. Арт стоит. Делай это вот, пожалуйста. Могу третий взять и убить его сразу, по идее. Этот парк хочу продать. Я это сделать. Не трать деньги на него, поебать. Купи себе лучше ботинок быстро. Хочу, чтобы я динайбл был в моменте. Ух ты! А я люблю музыку на стриме. И я люблю музыку, спасибо. Гений получается на морфе. Так, спасибо большое. Спасибо, О. Спасибо за трек. Тут без мата. Спасибо. ВТФ. Я выгнался туда же, куда ты летишь бластом. Что не так? Как он меня видел? Мне вот это интересно. Крипы меня показывали или у них вард все-таки стоит? Сейчас чекну. Опа, вардик. Опа, качаемся. Пойдем харасить молодого. До свидания. Воу, спасибо. Йоу-йоу. Авк. Спасибо. Не нужно делать отвод, сейчас не нужно. Ну можно было хоть чуть-чуть поиграть, типа. Я не хочу искать еще одну игру, где снова заберут минера и снова это все будет на тоненького. Ну пожалуйста. Не сдавайся, играй. Все, я больше не буду прыгать. Пойду лес фармить. Невозможно. Что происходит? Авк спаса. The toxicity of a city. Of a city. Че, хукай, мы же его заберем? Не обманул. Не обманул на поджике. Видали этот хук? Коронный, похоронный, так сказать. Дезода. Опа. Возвращение блудного мальчика, так сказать. Можешь через бласт пирать в лейре? Подъебать его. Отойти. Кто тут ебаный? Так, это стакнем. Это стакаем. The toxicity. Я начну, давай? Или ты хочешь? Дизода. Хочу в пятый апнуть. Че забей, если че хуй на этого типа, разминай медведя, надо медведя убивать. Дизода. Самого мишку именно. Почти закомбинили. Шанс был. Надежда умерла. Но она умерла последней. Может успею стакнуть, кстати, пойду сбегаю. Так, чё через шарт? Давайте поэкспериментируем действительно. Чё можно выжать из минера такого нереально люто дамажащего? Привет. Спасибо большое за поддержку. Привет, Макуми. Спасибо. Дай, пожалуйста, совет начинающему стримеру по доте. Планирую, как и ты, сигнатурить Минра. Уже сыграл 50 игр, из них 35 победных. Ладно, я вижу, ты течи запикнул. Удачи, жду видосов. Ух ты! Так, а в чем совет-то? Что-то я ничего не понял. Всегда в шуме Минра. 60% винрейта и твит. Свапаю, если попросят. Смотри внимательно, сейчас, скорее всего, он будет этот бар донайт. Прошу меня, чтоб врагу не достался ливингу подмины.
что довольно сильная тема. Ух ты! А я люблю. О, сейчас что-то этот многовато у вас. Коммуните, все для вас. Или он тупой не догадался, сколько. Многовато, ребята, сейчас по очереди все отвечу. Совет стримеру. Надо делать что-то уникальное, стараться. Стараться делать что-то уникальное. Только так можно выбраться. Потому что очень много желающих. Захавал. Стакнул. Гений какой-то на морфе. Что происходит вообще? Сейчас шестое будет нормально. Видите, неудобно немного. Типа были бы мины, скорее всего, мы от хука убивали бы уже, но... Кто не экспериментирует, тот не экспериментирует. На меня, что на меня и на ЛНР. Так. Чё бы взять? Ну этого забираем за хук. Без шансовочка. Так, я бы взял себе опсиков, но их нету. Есть морфик. Сколько у тебя хитпоинтов, говоришь? Бля, надо убить этого ебаного медведя. Ну, не убить так-то и часом морфа. Надо, чтобы из наувижена, и он не ожидал. В партийном случае, конечно, работать не будет. Единственное, что я вот думаю, что купить? Можно взять какой-то ветерок? А можно линзу взять? Ну, линза, конечно, лучше смотрится. Можно линзу ветра. Можно линзу ветра взять. Уходи, уходи, не умри. Что там, сейсик на ланае выдать? Нет, нам, да. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Съебал, он... уходи, 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 уходи. Он тебе ничего не сделал, он всю ману проебал. Да я на варде стопудово, нет? Я сейчас еще прилечу, пизды ему дам, если успею. Я на варде, я на варде. Я понял. Так, чё, какие еще действия? Где-то здесь можно поиграть. Тоже так, штучки 3 я так примерно сделать. У ребят так-то пушпик. У ребят пушпик. Смотри, летят? Нет, вроде бы нету. Ты еблан, но она и не дал, блять, СС. Ой, какой же он токсичный. Нереально токсичный просто на тролля. Вообще эту линию не могли никак поймать, твои, блядь. Это пиздец, просто обидно. Запасиками закинем, запасиком. Седьмой хочу, чтобы побольше было у меня демеджей этих ваших. Чё? У тебя есть вард, типа? Отсыхай. Что это за наезд вообще был? Я не понял. Поясните ваш наезд. Так, там с рефракшена парень на морфе. Книжечку уже купили, да? Не надо, не разменивайся с ним. Тебя убьют вообще легко. Книжечка уже взята. Аккуратненько стоим. Но морф под рефракшеном не прикасаем. Даже не смотрим в его сторону. Поительно, хорошо, молодец. Ха-ха, здорово. Мужики, чё у вас тут за тусовка? Можно поучаствовать, так сказать? Можно поучаствую? Рядом тут постою, так сказать. Пофиксирую на камеру. Так, что там по донатам-то еще дальше было? Ух ты! Ходите, сейчас можно Эмбер прилететь. Привет, Тимур. Часовые катки по утрам со взрывами трона просто взрывают весь мой день. Спасибо тебе за это. Хорошего стрима. Вот тебе немного забытого из 90-х. And the world I... Я думал, сейчас докину зеленую, она просто не нужна. Она просто не нужна. Before I forget that.
Просто лопнул молодой, да. Чё там, ветра собираются? Вышками бьет, подождите, чё? Думаешь, я тут просто так, типа? Противник не отдал врагу центральную башню. А, ну шанс был. Сколько тут красивых скиллов-то пролетело всяких разных. Вашу нижнюю башню атакуют. Before I forget that. Ненадолго отвлеку и хочу рассказать всем тем, кто играет на киберспорте, спорте и так далее. У меня есть телеграм-канал, где я даю бесплатно абсолютно аналитику на КС и Доту. Нереальнейший винстрик был пойман на днях, так сказать. Нереальнейший винстрик. 11 ставок подряд в телеге, которые были даны прогнозы. Еще 3 докинул сам. Ну, короче, лично у меня винстрик 14. У тех, кто тут был, винстрик 11 вышел. Сразу говорю, не без ложки дегтя, то есть это разовые акции, да, хотя я, в принципе, довольно часто о винстриках говорю, но это все рандом. Да, и точно так же могут быть не заходы, например, здесь 3 не зашло, 1 зашла. Ставки — это такая история, что как сходить в кино и купить билет. Попрощались с деньгами, но в отличие от кино, да, есть шанс что-то выиграть. Ни в коем случае не рассматривайте как заработок, но если вам интересно этим, в принципе, заниматься, залетайте в телегу, там качественно. Дается аналитика, и в принципе ничего от вас за это не требуется. Ссылка в описании. Хочу ветерки. Будем тестить всякое разное. Поехали, поехали. Так, Walker Bot. Всегда фпшу минера, 50% винрейт. Свапку если попросят, интересно, как другой отыграет. Прошу оракла, чтобы врагу не достался. Или вингу подмены, довольно сильная тема. Слушай, ну, классно, молодец. Так получается, видишь, да, если кто-то какие-то фишульки использует, которые ты, например, не юзал раньше. Прикольная тема, молодец. Интересный подход у тебя. Я думаю, нормально ты должен по винрейтам идти, на самом деле. С такой темой. Нет. Одной не хватает. КД минок берем все равно. Сейчас. Ну ладно, бог. Ладно. Before I could stand. Можешь сломать, в принципе, сейчас. I am a man. Before I could stand. Before I forget that. А я люблю музыку на стриме. Минер, слушаю. Там зарядился на морфе. Не поздно этот. Зарядился-то мужик. Ну давай, давай. Билд у меня нестандартный, Фьюри он может, конечно, это самое. Зачем ветра на Тэчисе? Хочу поэкспериментировать. Небольшая рубрика экспериментов, скажем так. Так, отступаем. Главное, что он не зажал меня в своей половине. Ничего страшного. Не обязательно всегда убивать. Фига его это самое пришпилило, конечно. Спасибо за трек большое, Walker Bot. Спасибо. Так, о. Все для коммунити сделал. Алды тут. Спасибо тебе большое. О, столько треков накидал. Спасибо большое. Спасибо тебе за поддержку. Огроменная. Так, Игару. Поблагодарил на треке ежедневные часовые по утрам. Очень хорошо тебе нравится. Ах, было близко. Спасибо большое. Тебе приятного просмотра. Если есть время на стримчанском задержаться. Не, ветра просто были, здесь нельзя было заранее такие штуки делать. Оп!
Че, пойдем туда заканчивать, если они настолько сильные были. Оп, оп. Бин, я не знаю. Живем. Оп. Извините, что много хила на старте закупил. То есть я пока слабенький, учусь только, ребята. Но вроде бы я потом как бы, ну, чисто везением выправил эту ситуацию немного в свою пользу. Надеюсь, парню на троллине слишком больно на меня смотреть, когда я все это делаю. Но, как бы, ручаться не могу, потому что слабого минера всегда видно за версту, и это очень больно. В принципе, по закупу уже все понятно было, но все-таки, да, все-таки. А, на тролле, да, оскорблял противников, да, оскорблял противников. Пошел, умер от морфа, который 300 раз только что умер. Понимаю. Раз они слабые, говорит, что этот, год закончим, ну давай. Переживем. Медасик на Фурионе, ничего себе. Экспу хочу долутать, а потом уже молодца. В смысле не все? Вашу центральную башню атакуют. Силы тьмы укрепили свои сайты. Привет. Как говорил Морф. Спасибо большое за поддержку. Мне хана. Не скрываешь карту от стрим-снайперов. Мог бы брать аккаунты подписчиков с хайп ЭТС и играть. Читеры, думаю, не палили бы. А, на Хайранг очень мало людей играет. И там очень легко найти. Плюс... брать аккаунты подписчиков, ну такое. Типа я столько 6к подписчиков просто не найду, чтобы постоянно их менять. А на одном и том же, я говорю, сразу, да, потому что людей ограниченное количество. Бля, ебаный ау. Да, еще побегай, пофармим, блядь. Какой же ты токсичный на тролле. Ладно, хоть меню расвапнул, так бы вообще ни одного плюса у человека не было. Откуда столько желчи? Сидит, просто ругается. Да где ты умер? Как ты это сделал? Что произошло? Где? Как? Я не понимаю. Где? Где он это сделал? У меня даже красных нигде не стояло. Вы поняли, где он умер? Это не по существу. А, понимаю. Слушайте, ну знаете что? Возьми, возьми, возьми. Не зря мы с этим морфом, так сказать, обошлись. Чё-то не в ренже-то, мужик. Чё-то знает. Чё-то чувствует. Знаете, если морфа в какой-то момент было еще жалко, забудьте все, что я испытывал к нему раньше. Надо крит носить, короче, знаете, прыгнуть на морфа и с критули потом добить. Как вам такое? По-моему, рабочая схема техника. Было близко. Че, он еще выйти может? Не, умер, умер. Невозможно после этого поймать. Но очень хотелось. Но очень хотелось. Че тут? Пуш по миду. Че по хитпоинтам? Понимаю. 480. Перспективненько. Силы света укрепили свои сооружения. Слушайте, по-моему, парень на морфе вообще просит фонтана, вам так не кажется? Конечно, билд у меня немножко не в тему. Вот эти ветра явно лишние. Что-то я этот, хотел, знаете, поэкспериментировать, но не время для экспериментов. Не время для экспериментов. Рирарон.
Ё-моё, у вас тут все в детекшене. Ну и сидите тут. Пыхтите со своим детекшеном. Сколько продажа стоит? 1300. Чуть надо. Щите от меня надо было, я не понял. Ну вы и комбините, конечно. Чё там? Не убьет? Убил. Этого? Нет, не убьет. Ну что поделать? Ираро. Поехали. Ра-ра-ра-ри-ра-ро. Морф вывел меня на тропу войны, так сказать. Сейчас он сейчас смог не ревильнули случайно. Четверка Тэйчас, 22 минута. Мы запак вообще, это шок. Чего тут, кстати, по минам? Ну, маловато. Ну, хотя с аганимом, может, даже хватит на кого-то. Туа. Лидаро. Все уже зареспавнились, окей. Окидоки. Это что за портал сюда? Ух ты! Секретная телепортация. На стриме. Привет, у тебя же скипаются песни с матом? Вот специально выбрал без него. Тоже считаю, что нужно повышать культурный уровень языка. Что это вообще? Чё ты здесь делаешь? Как ты можешь это объяснить мне? Объяснись немедленно. Жил до конца, умер как герой. Я даже сканил, ну типа это невозможно запредить. Он просто оставил ремена там почему-то. О, и это никак не чекнуть, типа пока ты с макета туда не зайдешь. Impossible. С этим-то парнем поквитаемся. Но за сам факт обидно, смоков-то больше нету. А, спасибо большое. Спасибо за 150. Возьми War of Next. Песни с матом скипаются, да. Выбрал без него, то считаю, что нужно повышать культурный уровень языка. Слушай, ну если эта песня будет такой, как тут написано, я это скипну. Типа, это же явный троллинг, в чем смысл? Силы тьмы укрепили свои заоружения. Вашу центральную башню атакуют. Верхняя башня противника разрушена. Я ж еще не до... О, не, на Эмбере, конечно. Противник разрушен. Подвел меня, подвел, молодой. Это было технично. Оп! Что там? В боте дефенс? Дефенс в боте пошел. Верхние казармы противника разрушены. Центральная башня противника разрушена. Ну-ка, минируем потихонечку. Мид уронили, топ уронили. Yes. Байбек от фуры, он пошел, видимо, лес качать. Парня не видно, да, он не скачает. Так, это зафармили. До смока 2 минуты еще целых. Но я не смогу это сделать без смока. Просто физически не смогу это сделать. Я могу, конечно, купить ГОСТ, да, условный. Зайти в наглую, поставить и выйти, но меня просто выкурят отсюда. Ну, да, с торца. Они должны все мертвые быть, чтобы так поступить. Мне. Стоим тут пока. Набрасываем. Yes.
Варабна. Че, он умирает на морфе? Ну, по идее должен, да. Варабна. Как это работает? Почему он постоянно на Эмбере какой-то next level показывает? Вы видели, что произошло вообще? Он задоджил мой бласт, причем он меня не видел. Может, видел, кстати, может, они товар сцел, хз. Может, поэтому. На английский перешел. На английский перешел. Очень классный трек. Оп! Сюда лут! Сюда лут! А, это я, кстати, типа разобрала, не. Ну, мужик, как же так? И ведь не хватило, ё-моё! Там микропаджерс нарисовался. А я люблю музыку на стриме. Каждое утро я вскакиваю с постели, наступая на мину. Мина — это я сам. После взрыва весь день собираю себя по кусочкам. Рейвард, бери. А? Сложно. Чего у вас так много дэмэджа-то, я не пойму. Как добить? Удачи, трюмбаны. Блин, три полоски нравится больше в этом исполнении. Сорян, коммунити. Тимур, а ты откуда? Есть дети? Так, Нешечка. Каждое утро, кстати, с постели наступаю на мину, мина это я сам, после взрыва весь день собираюсь по кусочкам. Я не помню оригинал цитаты, поэтому сложно. Но спасибо. Спасибо за трек большое. Так, о, три полоски нравятся больше в этом исполнении, сорян. Ты откуда, есть дети? Я из Москвы, детей нету. Я из Москвы, детей нету. Ребята, Steam лёг. Steam лёг. А чё заставка была, расскажите. Что заставка была, расскажите. На 21 фраг. Было 20. Ну, что поделать. Что поделать, извините. Спасибо за треки большое, друзья. Спасибо. Очень классные песни. А что с дотой, собственно?